с другой стороны все не так уж и плохо. Уже сразу туда с полуфразой и вздоха. По намеку и знаку видишь непостижимость, и она пробуждает жить шальную решимость. Жить, когда все постыло и лживо, жить, когда ничего уже больше не живо, жить всему вопреки и нежданно врываться, и без кожи с другим кем-то соприкасаться. Пусть другой никогда не почувствует боли, боль не цель жизни, смысл страданий, что ли. Никогда не стремись превращаться в страдальца, умудренного жизнью и опытом старца. Опыт может помочь только временно выжить и хоть что-то живое из времени выжить, даже если одно только жизни мгновение, но оно будет стоить всего воплощения. Когда все постыло и лживо, жить, когда ничего уже больше не живо, никогда не стремись превращаться в страдальца, умудренного жизнью и опытом старца. Никогда не стремись родиться страдальцем.